Добрый вечер, уважаемые друзья, добрый вечер, коллеги-партнеры. Задаю вам стандартный вопрос, как всегда. Скажите, как меня слышно и видно, потому что сегодня использую немножко другую гарнитуру. Вот меня больше всего, наверное, интересует звук, потому что видео, вижу, вроде идет нормально, и в кадре действительно я. Вот, а как меня слышно? Если все в порядке, дайте мне знать. То есть хотелось бы понять не просто минусы, а в чем, скажем, эффект того, что сейчас со звуком. Плохо. Тихо, громко, шипит, скрипит. Над чем поработать? Я вот немножко снизил громкость микрофона. Может, так лучше будет чуть-чуть? Нет? Как вы считаете? Шепелявит. Шепелявит, наверное, да. Все-таки микрофон. Давайте. А если так? Так будет лучше, нет? Потому что я немного отклонил в сторону. Шорохи. Ну, если честно, я как бы так вроде бы никаких шорохов не делаю. Возможно, это такая, скажем, работа комнаты с гарнитурами, да, потому что один, второй, третий, и все равно, скажем, дает эффект по звуку. Чуть уменьшить, тише сделать. А наше предприятие, которое занимается непосредственно производством реализации технологий, там и создаются образцы подвижного состава, там создаются путевая структура, разрабатывается. Вся технология в целом. Ах, в Республике Минском, вы знаете, да, у нас там находится, опять два слова мы скажем. Плюс в Минске находится само предприятие, которое занимается разработкой и созданием образцов подвижного состава. Громкой вывески, которая называется Skyway. Мы говорим о технологии, новой транспортной технологии, которую мы выводим на международный транспортный рынок, да. И как последние, наверное, полгода мы твердо заявляем, что мы сегодня как никогда близки к тому, чтобы данная технология была реализована. И те люди, которые поверили Анатолию Даровичу Юницкому, поверили, скажем так, в перспективу развития данной технологии в 2014 году, начали кто-то в 2015, кто-то в 2016, то есть в предыдущие годы, по мере развития нашего проекта, ну, все ближе и ближе к тому моменту, когда, скажем так, будут получать первую свою финансовую выгоду. Да? То есть это то, к чему двигаемся, то, к чему двигается весь проект в целом, потому что не будем кривить душой. Внедрение данной технологии, с одной стороны, это действительно улучшение состояния, ну, в первую очередь, экологии на нашей планете, да, то есть возможность передать нашу планету следующим поколениям, уход от той, скажем, тяжелой ситуации, которая связана с тем, что индустрия, которая развивает человечество, в итоге может это человечество угробить. И мы говорим о новой инновационной технологии, которая позволяет решить огромное количество транспортных проблем, которые существуют на сегодняшний день. Начиная от проблем экологии, заканчивая, скажем, той же самой мобильностью, да, потому что многие транспортные системы, создаваемые, тот же автомобиль сегодня имеет возможность двигаться со скоростью там, и 150, и 200, и 300 км в час. Есть высокоскоростные железные дороги, есть, скажем, самолеты и так далее, и так далее. Но существует целый ряд факторов, которые не позволяют всем этим транспортным системам показывать свои лучшие характеристики. Ну, одна из первых, наверное, первый фактор, точнее, который очень сильно влияет на перемещение транспорта в автомобильном, железнодорожном, водном и воздушном сегменте – это различные погодные явления, природные явления, да, которые порой не позволяют вообще транспорту двигаться с места и так далее. Вот данные факторы отрицательные как раз-таки решает технология Skyway. То есть, я думаю, большинство из вас, мне это предположу, все, кто сегодня находится на вебинаре, уже видели ролики, кто-то является нашим партнером давно. Да, то есть, что из себя представляет данная технология, даже этот слайд, который сейчас находится непосредственно перед вами на экране вашего монитора, он показывает, что такое технология Skyway. То есть, это транспорт эстакадного типа, эстакада поднят над землей, и в этой эстакаде по стальному рельсу, да, у которого своя собственная конструкция, внутри которого, скажем так, натянуты струны, причем струны не такие, которые на гитаре, да, высокопрочная проволока, это может быть стальной канат, то есть проволока скручена в несколько раз, которая анкируется в анкерных опорах на расстоянии там километра двух до пяти друг от друга. Промежуточные опоры, которые поддерживают путевую структуру, стальное колесо катится по стальному рельсу, прочные балки, да, идеально ровные. И, соответственно, данная технология, как я уже говорил, решает огромное количество недостатков, которые присутствуют сегодня в транспортной отрасли, фактически во всех транспортных система, которую использует человечество. И старт развития данной технологии был дан давно, скажем, струнного транспорта, начиная там с конца 70-х годов. Наш проект стартовал в 2014 году, когда были посредством краудфандинга.
да, то есть людям было предложено стать совладельцами технологий. С одной стороны, на очень выгодных условиях и в дальнейшем появляется возможность в случае реализации технологий получать доход в виде дивидендов, прямо будем говорить, на те доли, которыми вы можете стать владельцем, либо вы уже стали правыми, да. В компании заложено 20% от получаемой прибыли в дальнейшем. Это распределение этих денег между людьми, которые стали совладельцами пакетов долей на раннем этапе реализации технологий. Это как раз таки в течение первых 15 этапов развития был разработан четкий план. То есть введение данной транспортной технологии на мировой рынок было разбито на 15 этапов, каждый подразумевал, необходимо было выполнить. Соответственно, на все эти работы необходимо было финансирование. На каждом этапе был свой дисконт, уровень доходности, уровень выгоды, да, каждого партнера, который приходил со своими деньгами и инвестировал данные денежные средства в реализацию технологии. Нужно было сделать ни много ни мало, найти участок земли, на котором необходимо было создать, как мы тогда говорили, тестовый участок, полигон, да, и на котором можно было продемонстрировать, что из себя представляет струйный транспорт, что из себя представляет технология Skyway в трех сегментах транспортного рынка. Это городской транспорт. Задаваемая скорость тогда и сейчас подтверждаем, это 150 км в час. Да, это междугородний международный транспорт, протяженностью не менее 25 км. Потенциально это закладывалось в Беларуси, сейчас в другом месте. Со скоростью свыше 500 км в час. Да, и грузовой скорость. То есть грузовой сегмент транспорта – это сегодня, скажем так, огромное количество, там, миллионы грузов, да, перемещается по планете при помощи тех же больших сухогрузов, железной дороги. Ну, самая дорогая перевозка, например, каких-либо грузов – это авиационный транспорт, но тем не менее. Огромное количество грузов перемещается по планете. И разрабатывается, сегодня разрабатывается, уже продемонстрировали работу грузовой трассы Skyway на территории экотехнопарка, так называется, участок площадью 36 гектар почти, в Минской области, недалеко от города Минск, возле города Марьиногорка, в Пуховицком районе Минской области. Там у нас находится экотехнопарк видов путевой структуры. Сейчас строится шестая трасса, да, которая, наверное, ну, я могу предположить, где-то в ближайшее время будет закрыта. Создается она для того, чтобы на этой трассе можно было тестировать грузовой и городской транспорт большой грузоподъемности, в дальнейшем показывать данные транспортные средства. И как на территории экотехнопарка в Республике Беларусь, который начал строиться в конце июля 2015 года, то есть земля была выделена в июне, и в конце июля были проведены первые изыскательские работы на территории данной вот площади 36 гектар. Когда-то это был старый запущенный танковый полигон, да, сейчас это действительно очень сильно преобразилась местность, которая, скажем так, находится у нас под экотехнопарком. То есть там есть уже и сады, там есть целый ряд видов путевой структуры. То есть это, по сути дела, центр демонстрации возможностей струнного транспорта, который посетило за время где-то начиная с ноября, наверное, да, там, октября 2016 года, несколько десятков международных делегаций, представителей целого ряда государств и континентов, да, которые убедились, ну, как это есть выражение такое, может быть, жестко, на собственной шкуре, что из себя представляет транспорт Skyway. Многие из них получили возможность проехать транспортных средств, да, и, скажем, с этой информацией в дальнейшем сейчас ведутся работы, связанные с потенциальными там адресными проектами и так далее, и так далее. То есть все это создано благодаря тем людям, которые в 2014, 2015, ну, тут там в 2016, 2017, 2018 годах поверили в реализацию данной технологии, видели в ней перспективу, поверили генеральному конструктору Анатолию Эдуардовичу Юницкому в том, что он решил данную технологию использовать, реализовать. Ну и надо отдать должное нашему генеральному конструктору, который уже на протяжении четырех десятков лет занимается тем, что, как говорится, не как рыба об лёд, да, все-таки мы сегодня близки к тому, чтобы данную технологию показать, реализовать и так далее. Очень важные моменты, которые произошли в начале мая этого года. Мы говорили немножко на прошлой неделе о том, что происходило во Вьетнаме, да, то есть была конференция, в которой приняло участие большое количество партнеров непосредственно в Вьетнаме. И на этой конференции присутствовал Анатолий Эдуардович Юницкий, который, ну, в первую очередь, как он сказал, обозначил, да, моя задача была, он подразумевает не только, скажем, чисто технические какие-то аспекты, у нас огромное количество партнеров в разных уголках земного шара, которым предоставлена возможность еще сегодня создавать себе источник дохода посредством той партнерской программы, которая есть компании Skyway Capital. Там шла, скажем так, крупная конференция непосредственно партнеров, которых обучали в дальнейшем, как правильно доносить информацию и прочее. И вот на этом мероприятии выступал Анатолий Дарчуницкий.
Возможно, кто-то из вас смотрел вебинар Владимира Маслова, да, который был 2 мая, где он делился информацией касаемо Вьетнама. Я, к сожалению, или к счастью, не знаю, не возлагаю на себя обязанности давать информацию, которую давал Владимир Маслов, то есть там не опровергать ее, не доказывать, хотя наверняка там, 99% того, что говорил Владимир, это правда, потому что он был лично на этом мероприятии, он слушал информацию. Там шла речь о потенциальном использовании технологии в регионе Вьетнама, там, возле места, в которое, скажем, осуществляется каждый год посещение огромным количеством людей, паломников. Вы знаете, есть такие люди, которые идут к святым местам. Но так как нет официальной информации непосредственно от корневой компании, да, давать какие-то ссылки на то, что вот, какие-то фотографии и так далее, ну, наверное, было бы неправильно. Хотя, если в двух словах, да, то можно дать информацию о публикации, которая была сделана непосредственно у нас в компании Skyway Capital, где рассказывалось о том, что во Вьетнаме прошла конференция. Чуть позже я ссылочку эту дам. Наверное, важным моментом, который был на прошлой неделе, в конце прошлой недели, большинство из вас, возможно, в интернете находили эту информацию, это то, что был размещен ролик. Кстати, вот я задам такой вопрос, поставьте, пожалуйста, ну, пятерочки тех, кто это видел уже, да, то есть вышел ролик, который рассказывает про наш проект от стартапа до IPO. То есть, если такие люди есть, вы можете поставить плюсики. Там действительно дан целый ряд фактов, да, о том, как развивался наш проект. И хочу немножко проанонсировать то, что данная информация о ролике, о том, что в нем рассказывается, да, какая, что из себя представляет процедура IPO и так далее, сегодня будет размещен на наших информационных ресурсах. Поэтому тем людям, которые, возможно, этого не видели, вашим партнерам, которые уже есть, потенциальным партнерам, вы сможете дать ссылочку на данную информацию, где человек, сидя спокойно в домашних условиях, сможет смотреть краткую историю развития нашего проекта, чего мы добились, а там, скажем, более 15 пунктов, по-моему, да, то есть, что создано за короткий промежуток времени, и в дальнейшем рассказывается непосредственно о процедуре, которая предшествует публичному размещению акций уже, да, на крупнобиржевых площадках, вот что необходимо сделать непосредственно перед процедурой IPO, да, и как это все выглядит. Поэтому посмотрите этот ролик сами еще один раз, дайте ссылочки своим партнерам, я думаю, что эта информация не будет лишней. Вот. Ну, наверное, очень важным моментом, который произошел в последние несколько дней, стало мероприятие, которое прошло в Дубае, да. Кстати, те, кто знает об этом, поставьте не плюсики сейчас, а цифру 1. Потому что действительно, где-то почти пару месяцев назад представителями правления Skyway Capital было инициировано мероприятие непосредственно в Дубае. Это последний этап обучения наших лидеров, которые развивают бизнес, да, то есть это подготовка квалифицированных лекторов Skyway Capital. Вот, тренинги проходили Юрий Галата, есть такой дипломированный бизнес-тренер, который обучал лидеров развития бизнеса Skyway Capital непосредственно тем моментом, как нужно все организовывать, как нужно создавать бизнес, как работать с командой и так далее, и так далее. То есть данное мероприятие как раз-таки проводилось, спланировано специально было в Дубае. Проходило оно с 8 по 13 число. Вот сегодня последние представители кураторов регионов, да, которые принимали участие в обучениях, разлетаются по домам из Эмиратов. Был на мероприятии наш руководитель компании Skyway Capital Евгений Кудряшов. Ну, у нас сегодня буквально там было пару минут, когда мы смогли переброситься словами, потому что он говорил, было действительно очень интересно. Ну, я веду к тому, что спланировано непосредственно при обучении наших кураторов, при обучении будущих бизнес-тренеров Skyway Capital поездка в город Шарджа. Точнее, не в сам город, а непосредственно в инновационный центр Skyway. Вот те, кто не знал об этом, поставьте минус, потому что действительно данная информация была размещена в личном кабинете на странице событий, но доступна эта страница была только тем людям, которые более года, скажем так, двигались в направлении получения, я не знаю, диплома либо удостоверения, то, что они являются там лекторами, то, что они являются бизнес-тренерами Skyway Capital. И вот для этих людей предложение было сделано, по-моему, 102 человек, порядка 80 из них приехали на территорию Объединенных Арабских Эмиратов. Была предоставлена возможность посетить территорию Экотехнопарка, точнее, инновационного центра Skyway и посмотреть своими глазами
что сделано на сегодняшний день. Ну и вот как это бывает, да, конечно же, люди, которые приехали, они делали свои какие-то фотографии, делали свои, снимали свои видео. Вот. Кто-то из них это видео разместил непосредственно на страницах интернета, кто-то уже успел удалить, да, потому что на данном мероприятии Анатолий Эдуардович Чумицкий отвечал на вопросы. Все оно, скажем так, в шарже это заняло порядка полутора часов. Начали они после 9 часов и закончили порядка без 10, там, без 15-11. Было очень жарко. Там, жара за 50. И надо дать должное генеральному конструктору Анатолию Эдуардовичу Чумицкому и заместителю его, которые находились на территории инновационного центра, были одеты в костюмы, да? Рубашка, костюм. Вот, и смогли выдержать, скажем так, те раунд вопросов, которые были заданы. Были американские представители, европейские представители, да, представители стран СНГ, вот, которые задавали свои вопросы непосредственно развитие технологий. Были там вопросы, связанные и с потенциально, когда мы можем рассчитывать на какой-либо адресный проект, когда он будет реализован, да. Были названы цифры, там, 21-22 год, вот, когда мы это хотим сделать и так далее, и так далее. Так вот, как сказал Анатолий Эдуардович Чумицкий, действительно IPO не является самоцелью, потому что если сейчас успешно будем развиваться на территории Арабских Эмиратов, да, и как бы стратегия выбрана такая, что еще до окончания строительства инновационного центра в Шарже мы рассчитываем выйти уже на строительство конкретно адресных проектов, по которым будет идти финансирование. Соответственно, если будет идти финансирование, да, то есть будет разрабатываться, скажем так, сначала, как всегда бывает, там предпроектные, проектные работы, потом будет все заниматься, дальше будет строительство объекта, потом сдача в эксплуатацию и так далее, и так далее. Соответственно, если будет идти финансирование, будет прибыль. И многие из вас наверняка знают, для того, чтобы, ну, те, кто задавался этим вопросом, для того, чтобы выйти непосредственно на публичное размещение акций, ну, ни много ни мало до 3 лет, да, там необходимо показывать прибыльность компании, то есть и потом ей будет после целого ряда процедур позволено вывести свои доли на сегодняшний день, как акции непосредственно на IPO на какой-нибудь крупной биржевой площадке. То есть все это нам предстоит, мы в этом направлении двигаемся. Анатолий Эдуардович опять поделился информацией о том, что какой объем работ был проделан. Да, и те, кто был на данном мероприятии, увидели вживую, что на сегодняшний день сделано, то есть фактически наполовину построены две анкерные опоры, которые находятся по краям 400-метровой трассы Skyway в инновационном центре Шарджа, да, установлены две промежуточные опоры, ну, не до конца закончены, скажем, работы по их установке, хотя они уже стоят, там нужно осуществить натяжение и так далее. Ну и было заявлено следующее, то что кто из вас помнит процедуру закладки нулевого километра на территории вот этого экотехнопарка, который вы сейчас видите на экране? Есть те, кто помнит 17 октября 2015 года? Плюсики поставьте в чате. Почему я задаю такой вопрос? Ну, в принципе, наверное, то, что произошло в Шарже сейчас и то, что было в октябре 2017 года, это соизмеримо, да, потому что были посещения небольших групп территории экотехнопарка там, для закладки капсул по тонкам и так далее, и так далее, но там буквально 10-15 человек, не более, а вот при закладке нулевого километра там уже было более сотни человек, более сотни инвесторов, которые как раз-таки высадили свои первые деревья. После этого мероприятия была конференция проведена и так далее. Так вот, в конце мая 2019 года будет проходить мероприятие по закладке нулевого километра на территории инновационного центра Skyway в городе Шардж. Так, ну что еще можно отметить из тех ответов на вопросы, которые говорил Анатолий Эдуардович Чумицкий? Ну, в принципе, он в целом сказал еще очень важный момент, да, потому что вот смотрите, на котором я вот сейчас хочу заострить внимание. Действительно, Анатолий Эдуардович говорил о том, что информационное поле сегодня полно информации, касаемой нашей технологии, и целый ряд источников дает информацию в положительном ключе, да. Ну и есть целый ряд источников, которые продолжают, как говорится, точить зубы на технологию. И стоит только озвучить какие-то цифры, озвучить какие-то параметры того, что мы планируем построить и какому числу, да, как начинается сразу, скажем так, наезды о том, что вот мы там аферисты, мы там кого-то. Но Анатолий Эдуардович поэтому и попросил
на данном мероприятии и сказал: друзья, вот вы все будете фотографировать, вы все будете, скажем так, выкладывать видео наверняка на какие-то страницы в интернете и так далее, и так далее. Он сказал, попросил всех, кто этим будет заниматься, вести себя корректно. В каком плане? То есть даже если, скажем так, выкладывать фотографии тех же антихопор и промежуточных опор, не писать, что там через два дня они будут закончены и прочее. Что касаемо, опять же, освещения прессе, информации касаемо развития нашего проекта, то продолжается положительный отклик в СМИ Объединенных Арабских Эмиратов, информация о том, что наша компания успешно развивается на территории Объединенных Арабских Эмиратов. Вот я сейчас дал две ссылочки, еще два издания непосредственно в ОАЭ разместили информацию о развитии нашей технологии, о системе SkyPods, которая будет развиваться в Дубае и прочее. Еще очень важно, на мероприятии в Шарже, когда Анатолий Эдуардович Юницкий отвечал на вопросы перед лидерами, перед кураторами разных регионов, которые посещали инновационный центр, он сказал следующее, что в Эмирате Абу-Даби выделен участок площадью до 60, точнее протяженностью до 60 километров, где как раз таки будет развиваться строительство и демонстрация высокоскоростного SkyWay. Он там сказал, что еще пока работы не начались, потому что тут же, как только он озвучил информацию о том, что там мы будем развивать высокоскоростное направление нашей компании, как тут же прозвучал вопрос, как всегда бывает, да, когда вы планируете закончить. Знакома вам ситуация? Когда мы только начинаем говорить о том, что вот мы планируем сделать вот это, тут же начинают, скажем так, с разных сторон. Так это люди, которые развивают бизнес, люди, которые, скажем так, ведут за собой большие структуры, и они задают такие вопросы. Представляете, какое количество людей, ну, которые инвестировали свои там небольшие денежные средства даже в развитие нашей технологии, задают подобные вопросы. Когда вы там закончите, когда вы будете раздавать деньги, когда будут дивиденды и так далее, и так далее. Я вот периодически вижу вопросы, которые приходят к нашей информационной поддержке здесь, в Москве. Ну и не один десяток, наверное, вопросов в сутки звучит, когда будут дивиденды там, и так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, большинство из вас понимают, что дивиденды могут выплачиваться только с прибыли. Когда компания будет получать прибыль, тогда у нас с вами будет возможность получать доход в виде тех дивидендов, которые у нас заложены в инвестиционном меморандуме. Вот. Я вам дал сейчас две ссылочки на средства массовой информации непосредственно Объединенных Арабских Эмиратов, которых рассказывалось. Извините, еще не до конца, скажем так, смог восстановиться. Но уже намного лучше, чем в прошлый понедельник. Итак, друзья, в принципе, если в двух словах, да, то последняя информация действительно у нас крутится вокруг вот этой посещения инновационного центра, который строится у нас в городе Шаржа. И надо сказать, что компания двигается в выбранном направлении, двигается успешно. Вот. Опять же, где в сети я видел, просточила информация о том, что наша производственное предприятие, находящееся в Республике Беларусь, сейчас там трудится, скажем так, и во внеурочное время, потому что действительно огромное количество работ необходимо выполнить непосредственно, связанное со строительством Шарджа. Вот, поэтому сейчас я вам дам еще ссылочку, то, что обещал, касаемо непосредственно Вьетнама, да, там, где говорится о том, что из себя представлял мероприятие, которое прошло у нас в Вьетнаме. И там, кстати, будет пару фотографий, вы увидите, телевидение Вьетнама размещало информацию о том, что была представлена технология, что она из себя представляет и так далее, и так далее. То есть это очень важно. Как бы в Вьетнаме тоже внимательно следят за развитием нашего проекта. И представители данной страны считают, что это Вьетнам – то место, где технология SkyWay как никогда нужна. Но, в принципе, как говорит Анатолий Эдуардович Юницкий, да, крутаните глобус, куда пальцем вы не ткнете. Вот это то место, где нужно строить трассу SkyWay. Кстати, на мероприятии в Шарже он об этом тоже говорил. Вот. То есть, опять же, май месяц, начало мая месяца у нас ознаменовалось двумя вот такими мероприятиями, которые прошли во Вьетнаме и в Шарже. Да, и люди продолжают задавать нам вопросы касаемо Экофеста. Я думаю, что там, в течение месяца-двух мы эту информацию получим. Я не могу утверждать на 100%, что там будет Экофест, и он будет такого-то числа. Надо дождаться информации непосредственно от корневой компании, от руководства нашего проекта, да, которое спланирует, когда нужно, когда, скажем так, наиболее удобно провести Экофестиваль.
И вот опять же, если вернуться непосредственно к публикациям СМИ Объединенных Арабских Эмиратов, и не только, много обсуждается, во многих источниках обсуждается информация касаемо как раз-таки строительства трассы. Помните, да, вот на прошлой неделе мы говорили 15-километровая трасса с 21 станцией, то, что будет строиться в Дубае. То есть вот об этом большое количество репортажей на территории Объединенных Арабских Эмиратов, Аравийского острова. Ну и в средствах массовой информации стран СНГ эта информация тоже упоминается. Итак, коллеги, может быть, немного сегодня, да, вот на полчаса у нас с вами прошло. Если у вас есть какие-то вопросы, бы хотел, чтобы вы их задали в чате нашего вебинара, либо здесь, либо в соцсетях. Вот. Не знаю, много ли это новостей или мало, потому что, поверьте, мы такие же, как и вы, и ждем информацию от нашего руководства о том, что, где, как происходит и так далее. И сразу стремимся эту информацию выложить на свои информационные ресурсы, на свои, скажем так, странички в соцсетях, в сайты и так далее. Вот, довести на вебинарах. Одно могу сказать, что наверняка на этой неделе у нас состоятся вебинары Алексея Суходоева и Владимира Маслова. Знаете, да, когда они будут проходить? Как правило, по средам и четвергам. И я могу предположить, что они будут высокоэмоциональны, там будет огромное количество информации, как раз-таки в первую очередь из Шарджи. Потому что вот Алексей Суходоев точно там был, Владимир Маслов тоже был, да, то есть, в принципе, все правление Skyway Capital было непосредственно на данном мероприятии. Вот. Ну и было два автобуса, я говорю, это порядка 80 человек, которые вживую посмотрели, что на сегодняшний день построено в пустыне, да, на территории Аравийского полуострова. Вот. Так, сейчас посмотрим. Ну, постоянно задаете вопросы. Смотрите, про токены говорил на данном мероприятии, которое проходило в Шарже. Немножко то развитие темы токена затрагивал Анатолий Дорочунецкий, который сказал, да, мы работаем в криптонаправлении в том числе, работы ведутся. Точные даты, как бы так, запуска криптоплатформы он не называл. Он просто говорил, что помимо того, что мы продолжаем двигаться по схеме привлечения инвестиций по методике краудфандинга, как это было, да, начиная с 2014 года, конечно же, мы будем активно развиваться в направлении крипто. Да, своей, как он сказал, своей крипты. Вот, то есть и привлечение денежных средств посредством блокчейн-платформы Skyway, это тоже входит в планы развития нашей компании. Точной даты не было названо, когда будет, скажем, реализовываться токен, да, и по какой цене и так далее. Вот задают вопросы, кто-нибудь видел патенты Юницкого на сайте Роспатента? Знаете, история с патентами такова, что у Анатолия Эдуардовича Юницкого был целый ряд патентов, как он сам говорил, да, что не все из них он поддерживал каждый год, потому что там патент выдается на какой-то промежуток времени, потом его нужно подтверждать, то есть платить за это деньги. Целесообразности в этом он не видел, да, и, соответственно, есть целый ряд патентов, которые сейчас поддерживаются в целом ряде государств. С точки зрения поддержки на сайте Роспатента, я вот не залазил вглубь, но Анатолий Эдуардович говорил, что были патенты, которые он какое-то время поддерживал, сейчас он это не поддерживает, поэтому... Является ли это, скажем так, тем отправным моментом, который вас останавливает для того, чтобы развиваться в проекте, для меня это, в принципе, роль не играет. Я вижу, скажем, подтверждение развития нашего проекта в том, что построена территория экотехнопарка. Я был не часто, сразу хочу сказать, но вот несколько раз был на производстве Skyway. Знаю, что действительно строится, вот у нас сейчас уже закончилось фактически строительство стен, да, ведутся уже отделочные работы, и уже подвешен там 8-тонный кран-манипулятор внутри нового цеха Skyway, где будет выпускаться подвижной состав. И как, кстати, сказал Анатолий Дардич на мероприятии в Шарже, вот на видео, там те, которые мы успели увидеть, да, что это не последний цех, который там будет строиться, там, либо приобретаться и так далее. Потому что он сказал, что в планах компании еще, как минимум, по-моему, два там было, значит, еще один, а потом еще один, да, еще одно производственное помещение. Вот таким вот образом. Проект развивается, он не стоит на месте, а поддерживается это Роспатентом или нет. Ну, так как мы международная компания, и вот мы сейчас говорим, что основное направление развития нашего проекта, например, Объединенные Арабские Эмираты. Скажите, надо ли нам поддерживать патент на сайте Роспатента, чтобы там была информация? Вот на территории Эмиратов, я думаю, это более актуально. И работы, связанные, наверное,
защиты технологий на территории Эмиратов, я предполагаю, что они ведутся. Интеллектуальной собственности там и так далее, и так далее. Какие еще есть вопросы, друзья? Опять же, есть публикации, касаемые, вот, мы знаем, да, давали на прошлой неделе информацию о том, что прошла конференция, непосредственно связанная с индустрией 4.0 в Сколково, да, это как раз компания Dassault Systèmes рассказывала о своей технологии, там выступал заместитель генерального директора струнных технологий, который рассказывал о том, как мы используем программное обеспечение 3D Experience компании Dassault Systèmes в реализации технологии SkyWay. И мы там давали информацию, размещали, скажем, пост на страницах наших соцсетей, на сайте. Ну, вот еще один источник рассказал о том, что прошла конференция Dassault Systèmes, да, и опять же был упомянут целый абзац, там, посвященный непосредственно нашей компании, что представители SkyWay поделились своим опытом применения данной технологии на предприятиях. То, что мы являемся первыми на территории Республики Беларусь, то, что у нас уже, скажем, не один образец уже подвижного состава реализован посредством использования данной технологии. Что дают токены? Да? Ну, давайте так. То есть на тему криптонаправлений можно долго говорить, зачем нужны токены. Смотрите, я к этому подхожу с точки зрения, это мое мнение, опять же. Да? То есть было когда-то, как это правильно сказать, то есть схема привлечения инвестиций была когда-то у нас одна. Да? То есть это вот краудфандинг, люди могли приобретать доли. Вот. Многим рассказывалась информация о том, что он может стать владельцем технологии на раннем этапе и в дальнейшем получать от этого доход. Но огромное количество людей, которые работают, например, на рынке криптовалюты, они проходили мимо этой возможности, потому что считали, что на рынке крипты, да, можно вот как бы так очень быстро разбогатеть. Да? Ну, что мы в принципе видели, были быстрые обогащения, но были быстрые пролеты. Те, кто не успел вовремя купить и потом уже, скажем так, на хвосте роста биткоина вложили свои деньги, может быть, даже, да, наверное, большее количество людей все-таки деньги потеряло, чем заработало. Да? Ну, как показывает статистика, криптовалюта, наверное, ничем не отличается от других форм инвестирования и так далее. Но огромное количество, огромная армия людей, которые работают на рынке криптовалюты, она как бы осталась в стороне от нашего проекта. Введение того же токена позволит привлечь с этого рынка большое количество людей, которые смогут приобретать токен SkyWay, да, SV токен, вот, SW токен, и в дальнейшем владеть этим криптоактивом. Соответственно, в нашу технологию придет, ну, немалая сумма денег. Я не буду сейчас там загадывать, там, миллиарды, триллионы, как некоторые говорят, да, но какое-то количество миллионов долларов мы сможем привлечь при запуске криптоплатформы и реализации токена SkyWay. Вот. По мере реализации технологий в разных уголках земного шара по тем адресным проектам, которые запланированы, которые сейчас как грибами начинают расти и уже, скажем, далеко не на все из этих проектов, которые говорят, мы бы хотели потенциально реализовать технологию, расскажите, что у вас есть, сейчас руководство обращает внимание. Основное направление сегодня выбрано – это Эмираты, как сказал Анатолий Эдуардович Юницкий, там стоит только сделать, продемонстрировать этот 400-метровый участок, да, где смогут какое-то количество людей непосредственно там, из Министерства транспорта Эмиратов и других стран проехать и увидеть, что в тропическом исполнении реально создать такую технологию, у нас будет большое количество адресных проектов, которые смогут обеспечить нас и заказами, и инвесторов, которые стали совладельцами пакетов «Дали», деньгами в том виде, о котором мы мечтали, да, то есть в плане дивидендов и так далее. Вот таким вот образом. Поэтому токены – это еще один способ с точки зрения компании привлечения денежных средств для реализации технологий, с точки зрения инвестиционных возможностей, то есть у людей, которые занимаются инвестированием в разном направлении, появится еще один маленький портфельчик в крипто направлении, связанном с развитием нашей технологии. Вот и все. Поэтому зачем они нужны? Кому-то не нужны, кто-то до сих пор. Но, если честно, я не могу сказать, что это положительный момент или отрицательный, я вот не могу себя назвать докой в криптовалютах, у меня до сих пор нет биткоина, да, и многие люди сейчас мне скажут, ну, какой-то ненормальный и так далее, и так далее. Хотелось бы мне понять все-таки до конца, что из себя это представляет, как правильно там ориентироваться в мире криптовалют и прочее, вот, наверное, надо свою голову развивать в этом направлении, потому что мы никуда не уйдем от развития крипторынка, мы будем развивать блокчейн-платформу SkyWay, поэтому в этом надо разбираться. Когда закончится 13-3? Вы знаете,
когда закончится третий подэтап 13-го этапа. Я пока не могу сказать, когда закончится третий подэтап 13-го этапа, потому что мы, если не ошибаюсь, находимся только на втором подэтапе. Да? И будет ли третий, не могу сказать. И точные даты окончания этапа я тоже не могу вам озвучить, но потенциально это может произойти вот в ближайшие там, пару-тройку недель. Хотя я не буду сейчас устраивать там какие-то авралы и кричать там скорее-скорее покупайте. Хотя действительно те выгодные предложения, которые есть в компании на сегодняшний день, в разделе инвестировать личного кабинета партнера компании Skyway Capital, выгоднее, чем сегодня, не будет. Вот одно могу сказать. Потому что если будет третий подэтап, соответственно, уровень доходности, дисконт, он будет снижен. Поэтому то, что вы видите сегодня у нас, там уровень доходности от 15 раз на минимальном пакете там и выше, да, до 60, это то, что максимально будет в дальнейшем. Дальше он будет только снижаться, уровень доходности. Поэтому, когда рассказать своим потенциальным партнерам и когда людям объяснить, что смотри, если вы год назад кому-то рассказывали, два года назад кому-то рассказывали, просто покажите те дисконты и сейчас. Может сказать, видишь, тогда бы ты мог за эти деньги приобрести такое количество долей, а сегодня меньше. Он спросит, почему? Потому что сказать, рисковость вложений в наш проект снижается с каждым днем и часом. Да? Вот, при переходе с этапа на этап дисконт снижается, выполнен огромный объем работы, у нас уже есть вот это, тогда этого не было. Да? Соответственно, если ты еще подождешь, то когда ты будешь покупать один к одному. Вот и все. Может быть, долго отвечал на вопрос про токены и про окончание этапа, но пока... Вы знаете, опять же, нормально ли идет финансирование? С точки зрения, наверное, руководства проекта, самого Анатолия Дарыча Юницкого, ну и тех же производств, хотелось бы, чтобы оно шло лучше. Это всегда так, да? То есть, чем больше денег придет, тем быстрее мы можем там заказать какие-то материалы, какие-то программы необходимые и так далее, и так далее. То есть... Сказать, что мы прям моментально быстрее будем выполнять то, что нам нужно выполнить, возможно, нет, потому что на сегодняшний день, как говорил Анатолий Дарчинский, порядка 800 специалистов работают. И даже если сейчас ввалится необходимая сумма там, за три этапа, да, в каком-то плане что-то ускорится, но это не ускорится кардинально, там, что мы буквально за один день сможем выполнить там огромный объем работы. Все делается планируемо, но тем не менее. Финансирование, конечно, всегда хочется большего, да. Чтобы приходили больше суммы, чтобы приходило большее количество инвесторов, ну и чтобы финансирование, скажем так, развитию, там, этапом развития осуществлялось те сроки, которые мы когда-то планировали. Да, мы немножко, может быть, вышли за рамки, действительно, сейчас 19-й год, мы к концу 17-го года планировали там сертифицировать целый ряд. Намного больше, чем намечалось, потому что целые направления появились в развитии нашего проекта, да, появились новые транспортные средства, о которых речи вообще не шло. Это вот тот же Univind, Unibike. Никто об этом не думал в 2015 году. Сейчас мы имеем данные транспортные средства, мы имеем образцы путевой структуры суперлегкой, о которой раньше никто не говорил и так далее. Да. Сейчас ведутся активные работы в направлении создания того же Юниконта. Да. Вот, опять же, три года назад ни о каком Юниконте никто и думать не думал. Это только после целого ряда мероприятий в Индонезии, потом в Индии, задумались о том, что действительно есть направление перевозки контейнеров, да, оно потенциально, скажем так, перспективно, и стали создавать транспортное средство, которое будет работать для перевозки контейнеров. И, кстати, вот шестая путевая структура, которая строится непосредственно на территории технопарка, которая у вас на экране, она тоже для тестирования, для прогонки тяжелых транспортных средств, то есть это будет фирменная путевая структура, которая позволит выдержать транспортные средства весом там, до 50 тонн. Да, сейчас мы имеем значительно меньшего веса транспортные средства, которые тестировались, там, сертифицировались на территории экотехнопарка. Вот таким вот образом. Так. Вопрос такой звучит. Да? Скажите, пожалуйста, сколько заводов Skyway на территории Беларуси? Ну, вот я не могу сказать, что сколько заводов, я могу сказать то, что сказал Анатолий Эдуардович как раз таки в шарже, что у нас порядка более 20 помещений, да, в которых находится наше предприятие, у нас есть офисные помещения, у нас есть собственный офисный центр, да, 4 этажа в промышленном районе города Минска, недалеко от метро тракторный завод. У нас есть цеха, которые расположены в микрорайоне Шабаны. Если вы знаете город Минск, это окраина города Минска, в сторону там Могилева и Гомеля выезд, да, это недалеко от метро Могилевская. Вот. И есть офисные помещения, которые находятся, например,
на проспекте Дзержинского, там когда-то находились все, возле Национальной библиотеки, это проспект Независимости, если не ошибаюсь, да, то есть, как говорил Анатолий Эдуардович Юницкий, у нас порядка 20 с лишним собственных зданий, то есть это активы компании, которых, конечно же, в 2014-2015 году не было вообще. Опять же, все это благодаря тому, что вот посредством краудфандинга в компанию приходят деньги, да, и наш проект развивается, и мы на сегодняшний день обрели большое количество активов. Так. Есть УСК сертифицированные, но заказывать арабы не торопится. Смотрите, ну для того, чтобы строить, здесь вопрос так и звучит, раз сертифицированы транспортные средства, можно строить по всему миру. Как правило, в тех регионах, где планируется использование транспортного средства, получать сертификаты придется все равно. Но есть как бы так международная система сертификации, стандартизации, как они там, вот мы получили ISO 9001, да, там чушки рентген и так далее, и так далее. Но пока вот именно международных сертификатов на транспортные средства, на технологии мы еще не имеем. Вот, и, возможно, первые адресные проекты будут получать сертификаты непосредственно тех стран, в которых мы планируем реализацию данной технологии. Но как это будет выглядеть дальше, давайте доживем. Да, но пока вот мы не имеем международных сертификатов касаемо непосредственно транспортных средств и технологий, там, путевой структуры и прочее. Дождемся этого. Будет, соответственно, я думаю, ну, мы не сможем приступить к строительству, наверное, не согласовав всю техническую документацию с правилами той страны, техническими, да, какими-то регламентами той страны, где мы будем строить. Соответственно, я думаю, работы в этом направлении ведутся, раз уж, скажем так, потенциально закладывается строительство 15-километрового участка с 21 станцией непосредственно в городе Дубае, то и этот аспект тоже прорабатывается. Сертификация, скажем, внутри тех же Эмиратов, или, я не знаю, на всем Аравийском полуострове, либо получение международных сертификатов. Я, к сожалению, не специалист отдела сертификации, которая у нас наверняка есть в Республике Беларусь, я нахожусь в Москве, но я думаю, что как защита интеллектуальной собственности, так и получение сертификатов, эти работы ведутся. Здравствуйте, Гульнара, рада вас видеть. Большое вам спасибо за привет из Алматы. Из города, в котором 300 дней в году светит солнце. Итак, коллеги, какие еще есть вопросы? В рубаке суперролик, который можно смотреть бесконечно. Виктор, ну, хотелось бы понять, о каком ролике идет речь. У нас много роликов. Тот, который у нас идет 4 минуты. Я сегодня, вы знаете, была идея включить в наш сегодняшний с вами разговор ролик, рассказывающий, опять же, о развитии нашего проекта, стартапа до IPO. Но я думаю, по ссылке, если вы в чате пройдете нашего вебинара, вы сможете найти этот ролик и посмотреть. Он там порядка 11 минут, поэтому я просто не стал занимать столько вашего времени, да? Просто просмотром ролика, который вы можете посмотреть тогда, когда вам это будет удобно. Какие еще есть вопросы, коллеги? То есть одно могу сказать, если подвести короткий итог, да, даже вот эти два события начала месяца мая 2019 года говорят о том, что проект живет, проект активно развивается, проект двигается, да, эмоциональный заряд генерального конструктора, его уверенность в том, что мы реализуем технологию, двигаемся в выбранном направлении, это очень важный момент. Несмотря на то, что мы уже говорили в целом ряде средств массовой информации, любое, скажем так, достижение, о котором мы заявляем как достижение, начинает обсасываться со всех сторон, и народ начинает искать негативную подоплеку в любой цифре, в любой дате, которая озвучивается. Поэтому, как сказал Анатолий Эдуардович Юницкий, вы заметили, кстати, что формат новостей, я не могу сказать, что для нас это там совсем уж положительный момент, для тех, кто работает в Москве, потому что наша задача как раз-таки это работа с вами, донесение до вас новостей, что, как, где у нас происходит. Но одна из причин, по которой выбран формат, где дается там одна ключевая новость за неделю, как раз-таки в том, что огромное количество людей, ну, вы знаете, такое впечатление, что они питаются этой информацией, да, там энергетически, я не знаю, может, даже физически ждут, когда же что-то напишут про SkyWay, чтобы написать какую-нибудь дрянь. Я не хочу, кстати, там всех огульно обвинять. Есть огромное количество людей, которые задают технические вопросы, да, вот, на которые хотелось бы получить ответы и так далее, и так далее. Вот Геннадий еще раз дал информацию на ролик, только я не знаю, Геннадий, на
свой собственный вы дали и так далее. Если свой собственный, то лучше перейти по ссылке, которую давал я, это непосредственно на канал Skyway Capital. Вот. И вообще давайте с вами опять же вернемся к тому, что говорил Анатолий Эдуардович Юницкий. Да? То есть следите за информацией, которую вы распространяете, там, какие вы источники даете и прочее. Если мы находимся на общем вебинаре, было бы здорово, если вы все-таки сбрасываете какие-то ссылки в общий чат, чтобы они были нейтральны. Нейтральны – это значит что? Чтобы они были без вашей реферальной ссылки. Потому что у нас на вебинарах могут присутствовать новые люди, они могут пойти посмотреть видео, их пригласил кто-то, да, вот, они нажали по ссылке, там ваша реферальная, люди могут быть не совсем подготовлены, регистрируются, потом начинаются слезы. Лучше всего, конечно же, если вы даете какие-то ссылки где-то, где находится большое количество людей, давайте, пожалуйста, ссылки на нейтральную информацию. Лучше всего, если это от компании. Вот. Ну и работайте со своими людьми, если вы кого-то приглашаете на любые события, да, пожалуйста, отвечайте на вопросы ваших потенциальных партнеров, доводите этих людей до логического конца в плане принятия решений, потому что даже не отсутствие регистрации все равно это принятие решений, но оставить с человеком отличные взаимоотношения, оставить себе возможность напомниться через какой-то промежуток времени, ну и где-то возможно, скажем так, потенциально закрепить человека за собой, если он готов будет двигаться дальше. То есть важно остаться с людьми друзьями, потому что убедить всех стать нашими партнерами, инвесторами в наш проект вы просто не сможете. Да это и невозможно. Да вам и не нужно, если так разобраться. Так, коллеги, по всей видимости, был ли Лукашенко в технопарке? Сергей. Сергей, вы знаете, наверное, нет. Я все-таки вот возьму на себя ответственность, нигде это не звучало, но я предположу, что нет, потому что если бы был, я думаю, мы об этом бы узнали. Не был он в экотехнопарке, были представители Национальной академии наук, и среди, скажем так, этих академиков, которые находятся непосредственно в этой академии, есть как сторонники, так и противники развития проекта. Есть сторонники, например, развития проекта в Минтрансе Российской Федерации, есть противники, да, то есть, ну, это нормально. Вспоминается фраза из книги господина Максвелла, там, у него есть целый ряд книжек, касаемых лидерства, да, где Элеонор Рузвельт, это жена первого президента Рузвельта, там, начала 20 века, она сказала фразу интересную: делай то, что твоя совесть тебе подсказывает, что ты делаешь правильно. У тебя всегда будут сторонники, у тебя всегда будут оппоненты. Тебя проклянут, если ты сделаешь это, и проклянут, если ты этого не сделаешь. Поэтому никогда, наверное, не будет в мире такого явления, где все люди, скажем, скажут, что это классно. Даже 100-долларовая купюра, да, которая, казалось бы, есть выражение, я не 100 долларов, чтобы нравиться всем, нравится не всем, и не каждый будет ее поднимать. То есть найдутся просто, скажем так, люди, которые скажут: да не буду там я эти американские деньги, я там вот, они акции, санкции против России либо против Ирана ввели, пусть там валяются и пропадают, грубо говоря. Хотя была одна из книг, лучшая из лучших, касаемо развития, скажем так, сетевой индустрии, там приводился интересный пример. Да, вот опять же, это к тому, что все ли люди будут вместе с нами, все ли будут двигаться в выбранном направлении, которое выбрали вы, и так далее, и так далее. На улицах Нью-Йорка просто встал человек, ему дали денег, пачку 100-долларовых купюр, он просто начал раздавать их направо и налево. Находилось огромное количество людей, которые не брали деньги. По каким-либо причинам. Кто-то думал, что их обманывают, кто-то там еще чего-то и так далее, и так далее. И там подводился такой итог. Коллеги, а почему вы считаете, если люди просто не брали 100-долларовую купюру, за которую ничего не нужно было делать, что кто-то должен идти вместе с вами и потом предпринимать еще какие-то усилия для того, чтобы деньги заработать? Поэтому не отчаивайтесь. Спасибо вам большое за внимание. Если у вас больше нет вопросов касаемо развития нашего проекта, да, если нет вопросов вообще в целом, спасибо за внимание, спасибо за то, что были с нами. Спасибо, кстати, за вопросы, которые вы задавали. Для нас это важно, потому что раз есть те, кто спрашивает, значит, есть какое-то количество людей неравнодушных, которые хотят в чем-то разобраться. На следующей неделе в 17 часов у нас будет тот же формат. Еще раз акцентирую внимание, что потенциально высока вероятность, что и в среду, и в четверг будут эмоциональные Алексей Суходоев и Владимир Маслов, рассказывающие о том, что же они увидели в Шарже. Не пропустите данное мероприятие. Здоровья вам, любви и денег. До новых встреч. Спасибо за внимание. До свидания.